Приветствую всех любителей рыбной ловли, с вами компания «Волжанка». И сегодня на обзоре у нас линейка фидерных удилищ под названием «Речной монстр». Линейка представлена четырьмя моделями длиной 3.30, 3.60, 3.90 и 4.20 с тестом 150+. То есть этот тест указан по свинцу, то есть по кормушке. Соответственно, общий тест кормушка плюс корм может равняться порядка 250 грамм. То есть все указывает на то, что это мощные речные удочки для ловли на Оке, для ловли на Дону, ну и на всех реках с очень-очень сильным течением. В комплекте с удилищем идут три кювертипа. Один из них стеклянный для ловли на относительно слабом течении и с небольшими кормушками порядка там 60, 70, 80 грамм. И два кювертипа карбоновых, которые обозначаются медиум и хэви. Стеклянная вершинка, соответственно, обозначается лайтом. Все они разных цветов. Значит, используя самую жесткую вершинку, можно ловить на очень-очень сильном течении, где нужно использовать кормушки 150 и даже больше грамм. Удилище не загибает в бублик, вершинки сами не загибаются, четко регистрируют поклевки. Несмотря на такой вес, удилище не кол. То есть при подсечке и вываживании удилище отлично отрабатывает пивки рыбы. Ничего не сходит, ничего не обрывается. То есть удочка включается в работу с момента подсечки. Кто-то там теребонькает. Все кольца на данном удилище трехлапы в противозахлестном исполнении. Это очень важно, когда вы забрасываете тяжелые веса достаточно далеко. Могут случиться захлесты, запутывание лески и отстрел снасти. С такими кольцами этого не произойдет. Также на кювертипах стоят кольца увеличенного диаметра. Можно использовать шок-лидер практически любого человеческого размера, будь то 0,3, 0,32, 0,35. То есть все такие толстые лески, они вполне пригодны для шок-лидеров, чтобы узел в них не застревал. Катушка-держатель здесь с верхней гайкой, что очень удобно. В процессе рыбалки рука не контактирует непосредственно с гайкой и ничего не откручивается. Сама рукоятка выполнена из комбинации псевдопробки и EVA материала. Псевдопробка визуально выглядит как настоящая пробка. По характеристикам она ничем не уступает EVA материалу. То есть она легко моется, не выкрашивается и достаточно долговечна. У нас случилась поклевка. На крючке что-то очень солидное. Это опять какой-то хищник был. Да. Эх, видал? Опять там что-то гигантское схватило. Так, обратите внимание, вот у меня тяжелая кормушка, 140 грамм, с грунтозацепами, потому что течение очень сильное. Тяжелый речной корм, то есть в сумме это весит, минимум грамм 200, а то и, наверное, даже и побольше, грамм 220-230. И все это забрасывается без каких-либо усилий, удочка бросает сама. И сазана бросает, и сама бросает, все бросает. Вот, получается общий вес порядка 200 плюс грамм, порядка 220-240 грамм все вот это весит. И данное удилище без труда закидывает это все в речку. Очередная поклевка, и, скорее всего, это снова какой-то хищник. Судя по сопротивлениям, очень похоже на щучку. Рыбалка у нас сегодня очень интересная. Клюют большие толстые окуня, клюют различные щучки. У нас уже было несколько срезов поводка. Вот поводок тоненький, 0,12, поэтому вываживаем щучку максимально аккуратно. Да, это опять щучка. Клюнула она по-честному. В рот
и вот она практически на берегу. Вот все равно ей, конечно, удалось откусить леску, но поздно. Сейчас мы ее отцепим и отправим ее в садок к ее собратьям, остальным окуням и прочей рыбе. Вот такая вот интересная рыбалка у нас сегодня получилась на фидер «Волжанка речной монстр».